памятник летчику-герою Советского Союза Александру Горовцу. Александр Константинович Горовец – герой Советского Союза, заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиационного полка. В Великую Отечественную войну в качестве заместителя командира эскадрильи служил на Северокавказском и Воронежском фронтах. Совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 немецких боевых самолетов лично и 6 в группе, а также 40 автомашин, 23 повозки. 6 июля 43-го, на второй день Курской битвы, Александр Горовец находился в составе группы, вылетевшей на патрулирование. Советские истребители столкнулись с большой группой немецких пикирующих бомбардировщиков. Горовец оторвался от группы и вел бой в одиночестве. В ходе этого боя он сбил 9 вражеских самолетов, в том числе один тараном. И сам был сбит 4-й немецких истребителей при возвращении на базу. Александр Горовец является единственным советским летчиком, одержавшим столько воздушных побед в одном бою. Бюст героя установлен у здания Лесного колледжа города Полоцка. Когда на бой смертельный вышли отчизны верные сыны, о жизни мирной и счастливой мечталось вам среди войны. Вы от фашизма мир спасли, вы заслонили нас сердцами. Поклон вам низкий до земли, в долгу мы вечным перед вами. Вы героически прошли с боями все 4 года. Вы победить врага смогли и заслужить любовь народа. Спасибо вам, отцы и деды, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок к Дню Победы, за главный праздник всей страны –